Микола Латанський знову розкриває секрети успіху. Сьогодні поговоримо про одне з базових правил успішної людини. Щоб досягти своєї мети, потрібно перш за все навчитися позитивно мислити. Різні люди по-разному розуміють, що таке позитивне мислення. Некоторые говорят, что позитивное мышление – это не замечать негативного. Но на самом деле, если мы не замечаем чего-то, это что-то, особенно негативное, оно начинает на нас с еще большей степенью давить и проявляться. В моем понимании, позитивное мышление – это прежде всего думать о том, что я хочу, а не о том, чего я не хочу. Иногда люди приходят и говорят, я не хочу этих плохих отношений, я не хочу быть бедным, я не хочу иметь низкую зарплату, я не хочу работать в этом коллективе. И вопрос, который я задаю сразу людям, а чего же ты на самом деле хочешь? Я хочу зарабатывать, и сколько? Я хочу хороших отношений, каких? Я хочу здоровья, и что значит для тебя быть здоровым? Я хочу свободы, что такое свобода, что такое путешествие? Если путешествовать, то куда? И нужно понимать, что когда мы думаем о том, чего мы хотим, или о том, чего мы не хотим, всякий раз у нас в голове возникает какой-то образ, какая-то картина. Если я говорю, я не хочу быть бедным, то какая картина возникает в голове у человека? Бедности, либо счета неоплаченные, либо жить негде, либо есть не за что. И дело все в том, что независимо от того, какая картина возникает, того, чего мы хотим или того, чего мы не хотим, подсознанию все равно, оно получает задачу эту картину воплотить в реальность. Исследования установили, что мысль – это электромагнитная волна, которая способна путешествовать на расстоянии 400 тысяч километров. Это 10 раз вокруг земного шара. И волны, они имеют свою длину, свою частоту. Это колебания. Неудивительно, что чем больше мы думаем о том, чего мы хотим, тем больше в резонанс мы попадаем с людьми, которые хотят того же. И если мы думаем о том, чего мы не хотим, наши мысли так или иначе попадают в резонанс с другими людьми. Либо мы начинаем их притягивать в свою жизнь, либо нас притягивают эти события, эти люди в свою жизнь. И в это можно верить, можно не верить. Можно не верить в то, что мысль, она имеет свою длину и частоту волны, но если сейчас взять радиоприемник или телевизор, включить его прямо здесь, то мы сразу на этом радиоприемнике найдем десятки радиостанций. И точно так же здесь в пространстве постоянно присутствуют мысли миллионов, а может быть миллиардов людей одновременно.